Всех приветствую. Сегодня у меня посылочка небольшая такая, но интересная. Ну, как сказать, интересная. Я ее в подарок взял. Эту штучку. Такой необычный девайс. Раз, два. Вот в такой помятой коробочке пришло. Такой вот девайс под старину. Но если бы он не помялось, конечно, подарок годится прям в коробочке нужно давать. Вот, смотрите. Трубка. Кстати, запах шок такой присутствует, очень слабенький. Но на ощупь очень приятный. Сейчас попробуем, как это работает. Вот такой девайс. Вполне оригинально. Видите такие трубочки? Это раньше. Чуть такие говорили. Кстати, удобная вещь. Очень удобно. Так, сейчас жду звонка. Посмотрим, как это сработает. Здесь какие-то есть кнопки, что ли, нет. Вот это вроде как кнопка. Не звонит? Нет, чуть непонятно. Ну. Вот. Так, если нажать зелененькую кнопку. Алло? Ух ты, все слышно. Ты меня слышишь? Кстати, отлично слышно. Очень удобно. Сейчас я попробую позвонить. Сейчас я тебе позвоню, алло. Так. Сейчас. Забираем. Так. Интересно. Здесь ничего не горит во время звонка. Алло? Отлично все. Ну, короче. Так, вот зеленая кнопочка, она сбрасывает. Короче, очень такой интересный девайс. А, тут еще громкость есть. Громкость не поюзали, сейчас поюзаем громкость. Так, алло? Меня слушай. Так, сейчас я громкость. Алло? Увеличиваем громкость. Говори, тут рассказывай что-нибудь. Ну, громкость что-то особо, мне кажется, не влияет. Да, что-то громкость не меняется, так вполне приличный девайс. Ну все.